Итак, друзья, только я наругал компанию Microsoft за то, что они не выпускают никакие обновления для Windows 11, как вот прямо вчера, можно сказать, вечером они выпустили накопительное обновление KB-502.15, либо 22000.376. Исправлений крайне мало, ну вот, допустим, давайте спускаемся ниже, улучшение и исправление KB-502.15. Обновление содержит различные улучшения безопасности внутренних функций операционных систем, включая все исправления, изменения, обновления KB-7262, в том числе исправление проблем с замедленной работой NVMe, SSD, ну вот о чем я уже говорил. Вторник патчи, исправлено 67 проблем безопасности, в том числе 6 уязвимостей нулевого дня. Ничего там не говорится о проблемах с процессорами AMD и так далее. Вот и все, друзья. Здесь вот все проблемы. Если вы знаете английский язык, как не знаю я, то можете проходить там, читать все исправления, которые сделали. Ну а мы приступаем к установке и так далее и тому подобное.